Банки в Украине терпят убытки, и главная причина – это проблемные кредиты. Например, один из достаточно крупных в стране, Альфа-банк, только за март потерял более 36 миллионов гривен. Это следует из отчетности этого финучреждения. По словам экспертов, банк выдал физлицам кредиты, которые те просто не в состоянии погасить своевременно. Экономисты заявляют, что сейчас ситуация с кредитами самая сложная за все годы независимости нашей страны.